Орден «Родительская слава», как звезда героя, красуется на груди у Ольги Сергеевны и Камиля Иршатовича Алтунбаевых. В их семье 7 детей, 4 сыночка и 3 лапочки-дочки. Анна Алтунбаева, вторая по старшинству, говорит, радость переполняла каждый раз, когда рождались младшие братья и сестры. Хотелось побыстрее увидеть их, потрогать их маленькую ручку, поиграться, понянчиться. Даже бывали такие моменты, когда мы в очередь вставали, кто же будет нянчиться, особенно с последним. Хорошие были впечатления, ощущения. Ну, нас изначально прервали любовь друг к другу. Более 30 человек сегодня насчитывает семья Недумовых. 6 детей, 13 внуков, 4 правнуков. Награду из рук губернатора Лии Николаевны и Александр Сергеевич получили за вклад в воспитание детей. Родители превратили свою квартиру в исторический музей. Создали прямо дома маленький театр с детьми-актерами. Главная ценность и гордость Недумовых – богатейшая родословная. Удалось узнать свой род на 37 поколений вглубь и насчитать более 15 тысяч родственников. Засекин, основатель Самары, родственник, вот по его линии. У нас общие предки, а потом уже разделились. Одна веточка пошла к Засекину, а вторая веточка пошла к нам. И Татищев наш родственник. И Татищев родственник. 17 и Пушкин родственник, и Лев Толстой родственник. Вот. Мусоргский, Пржевальского нету. Мусоргский. С 2010 года количество многодетных семей в Самарской области увеличилось почти в два раза. Сегодня их 18,5 тысяч. Также в регионе проживают около 1000 семей, где 5 и более детей, и 7 семей, где их 10 и более. Количество приемных семей тоже растет. У нас очень много приемных семей. Почти 4000 семей, которые взяли к себе детей. По этому показателю, поэтому мы одни из лидеров в стране. И каждый год это увеличивается, это тоже очень хорошо, потому что детишки, которые оказались в такой ситуации, они воспитываются уже совершенно в других условиях. За последний год в Самарской области родилось более 40 тысяч малышей. Семьи с детьми имеют право на 28 видов различных социальных выплат. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.